Когда-то я только о такой жизни и мечтал. Просто рай. Мо Монро разыскивается за международный финансовый теракт, известный как «Черный понедельник». По телеку-то в преступлениях века. Сука! Круто! Нет, как раз наоборот, это отстой. Отстой, если поймают. Дамы, я чернокожая женщина, на дворе 88-й год, и у меня своя фирма. Я будто приехала на Делориане из «Мать его будущего». Возражение? Я нахер увертела. Привет. Кто здесь мегамозг? А скоро еще и мегамускулы. Ты качок. Да уж, задница у тебя что надо. Этот подонок Мо сейчас где-то готовит план мести. Они слегка повздорили в прошлом сезоне, осенью. Мо покинул нас и уже не вернется. Скучали? Какого хрена ты приперся? Ты себя видел, бро? Что за водопад из отбросов? Между прочим, это очень модная прическа. Мо вернулся, детка. Такой у него акцент? Да, такой. Нет, вот такой. Я и говорю. Нет, вот так надо. Ты меня послушай. Нет, бро, ты послушай. Что там слушать?